жизни как-то был такой период, когда я обзавелся средством для очистки стекол и даже активно пользовался такой автохимией. В принципе, очиститель стекол — это достаточно полезная и удобная вещь, и оптимальное время для ее применения, на мой взгляд, это когда автомобиль уже такой сильно грязный, но не получается попасть на мойку, при этом стекла уже тоже сильно загрязнены, из-за этого ухудшается обзор, а когда попадает солнце, еще и такие появляются блики и разводы, из-за которых, ну, в другой раз вообще ничего не видно на дороге. Поэтому для более комфортного управления автомобилем и повышения безопасности на дороге не лишним будет потратить буквально 2 минуты для того, чтобы помыть стекла. И комментарии под нашими видео дали мне понять, что я не одинок в таком мнении, и многие тоже используют специальные средства для очистки стекол. Правда, никто не знает, какое из них самое лучшее. Поэтому я взял 4 самых популярных средства для очистки автомобильных стекол и буду их сейчас вместе с вами тестировать. Итак, у нас есть 4 разных очистителя и 4 одинаково грязных стекла. Да, это грязное стекло обычного легкового городского автомобиля, поэтому не надо писать в комментариях, что «а вот попробуйте с помощью этих спреев отмыть стекла внедорожника после очередных покатушек, когда он был там по крышу или по пояс в грязи». Если вы владелец такого автомобиля, то наверняка должны знать, что подобного рода загрязнения отмываются уже другими способами. Начинать тест будем с бюджетного и универсального средства Danev All Cleaner 7 в 1. Этот очиститель уже участвовал в некоторых наших обзорах, но более как вспомогательное средство. И сегодня я решил протестировать его как полноценного участника, сравнивая с другими очистителями. Для того, чтобы очистить поверхность, нам нужно распределить средство по стеклу, дать постоять ему 2-3 минуты и после этого уже удалять все микрофиброй либо влажной салфеткой. Я специально нанес средство обильным слоем, так как делаем мы это все под прямыми солнечными лучами. С одной стороны, этого делать нельзя, а с другой стороны, мы тогда не сможем показать грязные стекла, так как именно при прямых солнечных лучах камера хорошо показывает все загрязнения. В тени это все дело сливается и ничего не видно и непонятно. Выждав необходимых 2 минуты, с помощью чистой микрофибры я начинаю удалять остатки средства, а вместе с ними, надеюсь, и загрязнения. Удалив основную часть очистителя и загрязнений, переворачиваю микрофибру на чистую сторону и дотираю насухо. Убрать загрязнение с помощью очистителя 7 в 1, можно сказать, получается с первого раза, а вот убрать оставшиеся разводы уже гораздо сложнее. То есть я даже думаю, что там до идеала я не смогу довести стекло. В общем, мы получили такой себе результат. С одной стороны стекло чисто, а с другой стороны на нем остались разводы. Но здесь не стоит забывать, что это универсальное средство 7 в 1. Оно умеет все по чуть-чуть, но не очень качественно. Для обработки второго участка я взял специальный очиститель стекол от компании Hygear и чистую микрофибру. Этот очиститель относится к серии ProLine, в основе которой лежит так называемая умная пена. В принципе, мы уже неоднократно сталкивались с умной пеной от Hygear, и я не помню ни одного случая, чтобы она нас как-то сильно впечатлила. Всегда это были какие-то такие средние средства с средними результатами и показателями. Посмотрим, насколько хорошо это средство моет стекла. Перед применением я, конечно же, прочитал инструкцию, исходя из которой у данного очистителя есть один большой плюс. Не нужно ждать после нанесения, то есть достаточно просто распределить пену по поверхности и сразу же ее можно убирать микрофиброй. Смывается пена очень легко, правда, и микрофибра с нее напитывает очень много влаги. Посмотрим сейчас, как нам удастся убрать разводы и будут ли они вообще. После удаления пены на стекле остались небольшие разводы, но мы сейчас попытаемся их убрать
чтобы они не засохли и стекло было чисто. Той микрофиброй, которой я удалял пену, у меня не получается убрать разводы, так как она очень сильно влажная. То есть это достаточно плотная и большая микрофибра, но тем не менее после протирки одного стекла она стала мокрой. Поэтому я сейчас возьму чистую салфетку и попробую ей убрать разводы. В принципе, полученным результатом я очень даже доволен. Разводы убираются легко, но для этого понадобится вторая чистая салфетка. Поэтому при использовании данного очистителя, наверное, нужно будет иметь две микрофибровых салфетки. Одной мы будем удалять пену, а другой уже убирать разводы. Еще один пенный очиститель представлен в нашем тесте компанией Liquimoly. Его способ применения аналогичен с очистителем Hygir. Единственное, здесь в инструкции указано, что после обработки стекла, либо там фары и еще какой-то другой поверхности, нужно подождать какой-то короткий промежуток времени. Насколько он должен быть коротким, к сожалению, не указано. Поэтому будем наносить и сразу вытирать. И вот этот момент между нанесением и вытиранием и будет коротким промежутком времени. По ощущениям это похоже на Hygir, и, наверное, если бы я не знал, где Hygir, а где Liquimoly, я бы с легкостью спутал эти два средства. Также микрофибра становится очень мокрой, и я сразу для того, чтобы убрать разводы, если они появятся, конечно, возьму чистую тряпочку. Liquimoly также оставил после себя разводы, и дорабатывать их пришлось сухой чистой микрофиброй. Дорабатывать разводы после Liquimoly немножечко сложнее, чем после Hygir. Финальный участник нашего теста – это очиститель от компании Turtle Wax. И, кстати, тот очиститель, которым я раньше пользовался, был этого же производителя, но емкость была другого красного цвета. Тот состав мне нравился тем, что после него действительно не оставались разводы. Посмотрим, насколько хорошо новое средство. В инструкции к этому очистителю, как и ко всем другим, указано, что его нельзя использовать под прямыми солнечными лучами, но я вот даже сейчас так посмотрел, у нас солнечные лучи, они не очень прямые, солнце садится, они такие более косые, чем прямые, поэтому я проблемы не вижу. После обработки стекла я подождал минуту, как того требует инструкция, и начинаю вытирать стекло. Разводов после Turtle Wax осталось меньше всего. Возможно, это как раз связано с тем, что мы находимся под солнцем, а не в тени. Но эти разводы, они все равно минимальны. То есть вот здесь вот есть такие полосочки. Я думаю, камера их хорошо передает. Их я сейчас чистой микрофиброй уберу в два счета. В общем, всего пара движений сухой микрофиброй и разводов как не бывало. Несмотря на то, что все четыре средства обещали нам чистые стекла без разводов, добиться этого эффекта с первого раза оказалось очень сложно. Сложнее всего было с средством Danef 7 в 1. Даже несмотря на то, что я переворачивал микрофибру на сухую чистую сторону, убрать разводы до конца у меня так и не вышло. Поэтому очиститель 7 в 1 занимает четвертое место. На третье место можно поставить пенный очиститель Liquimoly. В принципе, очень неплохое и удобное средство. Возможно, вот как раз вот солнце немножко повлияло на то, что разводы было тяжело убрать. Но, тем не менее, задачу очистки стекол этот пенный очиститель решает вполне. Умная пена Hygir не сильно отличается от пенного очистителя
Liquimoly, за исключением того, что у Хайгира было чуть меньше разводов и удалялись они легче. А больше всего мне понравился очиститель от компании Turtle Wax. Это никакая не умная пена, не супер нано-вау технологии, а просто обычный очиститель в триггере, который отлично справляется со своими задачами и практически не оставляет после себя разводов. Данный тест был, так сказать, первым, но если вы смотрите наш канал, то наверняка знаете, что по вашим просьбам таких тестов может быть хоть миллион. Поэтому обязательно пишите в комментариях, какие средства для очистки стекол вам хотелось бы увидеть еще. А чтобы не пропустить такое видео, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк.